Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Юные борцы привезли 6 медалей со всероссийского турнира. Самарская тэквондистка первая в стране. Будущие самарские юристы выясняли отношения на боксерском ринге. Приз – участие в межвузовском областном чемпионате. Чемпионат по боксу Самарского юридического института разыграл между курсантами путевки на межвузовские областные соревнования. Турнир пройдет в мае. Два последних года сборная юристов на этом дерби занимает третье место. Второй – строители, лидер – политех. На отборочном этапе на ринге сражались 60 курсантов. Иногда такое количество спортсменов собирает чемпионат Самары. Когда два человека выходят в ринг, это два гладиатора, и если одного заставили, то он будет, чтобы быстрее закончилось, убежать, упасть, все что угодно. А тут выходили бойцы, ну вот если посмотреть по боям, там действительно парни вот бились. Зал был полный институт, когда там так, в общем-то, болели, ну кричали, что гонга слышно не было, били в гонг там, раз по пять, и уже в голос кричали судье, что все время. Соперники были достойные, показали характер и волю к победе, но мой характер оказался чуть посильнее. Первый бой закончился решением судей единогласным, а второй бой, финальный, закончился технической победой. В Елабуге, Татарстан, самарская тэквондистка выиграла первенство России в весовой категории до 73 килограммов. Юлия Туртина в финале одержала уверенную победу над Софией Матузской 11-3. На третьем месте москвичка Алина Икаева. Эта победа позволила армейской спортсменке выступить на первенстве Европы. Соревнования пройдут в Грозном в конце июля. Отличились на ковре и борцы по греко-римской дисциплине в Кирове. Они завоевали 6 медалей на всероссийском турнире. Бронза у Льва Никольского, Кирилла Текутьева и Николая Собянина. Серебро выиграл Виталий Кулезнев. Чемпионы Павел Белкин и Максим Скуратов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.